Друзья, всем привет, в эфире Мотолайф. У нас видеообзор свободного мотоцикла Suzuki V-Strom 250. Вот такой вот легкий турэндурик. Простенький, компактный, но в то же время турэндурик. Последние цифры номера рамы 0290. Давайте сейчас проверим работу оптики, сделаем кружок и посмотрим более детально. Так, вот такой вот очень милый поворотничек. Второй точно такой же. Все прикольно, все работает. Дальний, ближний переключается. Сигнал работает. Смотрим здесь. Поворотник один. Второй. Стоп-сигнал. Все работает, все чудесно. Делаем кружочек. Все, как вы видите, мотоцикл на ходу. Передвигается, довольно-таки легкий. Вот, мотоцикл, ко всему прочему, еще и очень экономичный. 250 кубиков всего. Ну и опять же, на таком легче где-то проходить какие-то неровности дорог, чем на большом и тяжелом. То есть свои плюсы у него есть. Плюс еще ABS. Вот Андрей мне показывает, что все, лампочка потухла, все замечательно, горит только нейтралка. Ну, собственно, давайте его посмотрим поближе сейчас. Все, контрольный запуск, все работает. Андрей, на центральную поставь, пожалуйста, его. Ну, собственно, и так. Лобовое стекло целое, фара, оптика вся целая, пластик без повреждений, клюв целый. Здесь у нас без нареканий, все замечательно. Крыло имеет легкую притертость. Сам пластик без каких-либо нареканий. Резина новая, с волосиками. Тормозной диск практически без выработки. Она очень-очень легкая. Трещотка ABS, все присутствует. Амортизаторы смотрим. Оба два, все сухо, не капает. Рытвин, канав, ничего на нем нет. Здесь сигнал висит, сеточка защитная на радиатор. Радиатор сам целый, выхлоп также целый, без замятий. Металлическая защита. Здесь у нас бак, пластик. Все в хорошем состоянии. По двигателю также ничего нигде не капает из-под головы. Сам двигатель крышки все целое, все отлично. Подножка водителя, пассажира. Выхлоп штатный, без повреждений. Сзади смотрим, также есть легкая выработка, прям незначительная. Трещотка ABS присутствует, резина также все с волосиками, новая. Крепление под кофр есть, все. Ручка немного притертая, багажник также под кофр, тоже все целое. Ручка здесь все целое. Задняя оптика без повреждений, хвост ровный. С этой стороны смотрим, защита цепи. Все отлично. Сама цепь и звезда выглядит как новыми. Все, состояние отличное. Подножка пассажира, водителя. Боковая присутствует, центральная. Здесь у нас по двигателю также никаких нареканий нет. Все в отличном состоянии. Бак, боковой пластик, все замечательно. Здесь у нас чуть-чуть есть притертости по пластику, и здесь легенькие, в целом без каких-либо нарушений. Сидушка целая, ровная. Сверху по баку нареканий никаких нет. Так, защита рук с обоих сторон также без нареканий. Здесь у нас наконечник, грузик целый, грипса с подогревом. Все, видно, чуть-чуть она прокручивается, конечно, но тем не менее. Ручка сцепления очень мягкая, кнопки все присутствуют. Здесь у нас какой-то показатель чего-то. А, это, собственно, пульт на грипсы, на подогрев. Руль ровный. Кнопки здесь также все присутствуют. Ручка переднего тормоза целая. Дроссель мягенький. Грузик целый. Зеркало одно, зеркало второе. Ключей у нас два штуки. Приборка целая. 32 877 общий пробег у мотоцикла.
Здесь то, что вы видите, да, пузырьки, это у него пленочка защитная приклеена на дисплей. Вот, то есть, если вам эти пузырьки не нравятся, пленочку можете снять и повесить что-нибудь другое. Так что вот, еще у него есть прикуриватель. Уже в базовой комплектации, штатный. Так, здесь у нас что-то висело, остатки какого-то скотча. Что-то японец сюда еще клеил. Вот такой вот аппарат, друзья. Мотоцикл в наличии, мотоцикл свободный. Кому интересен класс легкий турэндуро, вот, пожалуйста, прикольный вариант. Где-то вот прям заехать. Довольно легкий, экономичный. Ну и, в принципе, относительно свежего года. Мотоцикл в наличии. Ссылка на товар есть в описании к этому видео. Всем, кому интересно, звоните, пишите. Техника будет вашей. Всем спасибо. Всем хорошего дня.